Здравствуйте, с вами Тесса 46, и это геймплей часть Кость 3. Едем на машинке в дальние просторы галактики и исследуем вселенную на наличие там жизни. А, кажется, я перепутал, по-моему, это другая игра. Ну ладно, мы все равно исследуем жизнь, мы видим повсюду деревья, которые расхаживают и раскидывают свои ветви на просторы различных наших подопечных. Собственно, о чем вообще идет речь? Я еду непонятно куда. Если лишить человека цели, он не будет двигаться к ней. Стоп. Или найдет себе другую цель. Давайте гонки устроим. Слышь? Давай гоняться. Давай. Поехали. Поехали давай. Будем с тобой стритрейсеры, короче, как Вин Дизель и Пол Уокер. Рассекать по магистралям и эстакадам, сука, этой испанской глубинки. Давай. Давай. Не подведи меня! Мы будем ехать быстро! Хули ты такой медленный, может тебя подстегнуть? Давай я тебя стрельну. А я не могу стрелять из машины. Рика настолько крут, что не может стрелять из машины. Но может делать вот так. Возьми ты пистолет, мудак! Возьми ты пистолет! Чё, у тебя пистолета нет, что ли, охерел? Не, ну... У меня в натуре, что ли, нет пистолета, Что у меня с рукой? Где она? Где моя рука, вы чё? Где мое оружие? Чё-то, чё-то вообще пиздец какой-то, знаете? Надо мне это срочно менять, давайте возьмем себе оружие. Закажем, сейчас воздуха доставит, короче, в контейнере, все заебись бы. Так, причевка. Пистолеты, вот эти. В рейд. Тут можно взять. Ну, такой гранатомет, в принципе, пиздат, не спорю. Ну, а машина мне не нужна. Давайте запросить. Так. Вот прямо сюда доставить мне мой груз. Смотрите, как он мигает и пищит. Ау! Ну, они доставили куда надо, вопросов нет. Взять. 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 Вот, теперь у меня оружие наконец-то появилось. Плечевка. Берем наш драндулет. И едем! У меня есть военная база, которую нужно уничтожить. Если мы этого не сделаем, то... как это, сука, остров-то называется? Короче... Блин. Медичи! Медичи! Медичи будет страдать, а нам этого не надо. За свободу! Вива ревизион, блядь! Едем! Ничего вы не видели, я ничего не нарушил. Ха, дебилы. То есть при них сносят каменные ограды, но им плевать. О, не, не плевать, смотрите, они у меня целятся. Своим лазером. Они хотят мне выбить левую фару, суки, как они посмели. Ладно правую, но левую, сука, это же... Внедрение, это... Посягнули, короче, не на мою жизнь, суки, за это я их не прощу. Уничтожен вражеский самолет, блядь, как я, сука, даже... Во, ты чё, вот этот хороший охранник, вот таких на работу надо брать. Чё, что за разой херачит, сука, как нормальный берсерк ёбаный. Вот с этим погоняться можно, смотри, он такой дерзкий такой, а я уже сам не перевариваю его крутости. Бум! Машина горит, надо выпрыгивать. Все правильно. Еще она перевернулась и загорелась, было вообще заебись просто. Так, оружие у меня есть, хорошее оружие, только что, свежее, короче, собрали только что с завода и прислали мне. Потому что я крут, у меня есть собственный завод, где мне производят оружие в любых количествах, которое только мне потребуется. Прикиньте, если все так жили, сука. Захотелось оружие, тебе сразу его сделали и принесли. Как пиццу, блин. Не надо ждать 10 минут, пока этот ебаный курьер принесет тебе эту ебаную пиццу. Давайте прям вот набрал номер телефона, сука, у тебя из стены выезжает, сука, такой люк, а там пицца такая свежая, горячая, и ты охуеваешь. Это же платить, сука, не надо. Потому что некому платить. Это, сука, новый уровень комфорта, в каком-нибудь 2050 году так, небось, будет. Телепортация пиццы. Нахуй там телепортировать фотоны, сука, давайте пиццу лучше телепортировать, что-то охуели совсем. Ученые эти ничего, не херню какую-то разрабатывают. Хоть квантовый компьютер, блядь, нахер это надо все. Вот пиццу телепортировать, это за... Стой! Уи-уи! Это кто так шмаляет? Смотрите-ка, это ПВО или что это такое? Вот ты! Наверное, это ты стрелял. Слышь? Не, уйди. Уйди, говорю. Я хочу сам взять из этой штуки. Так. Надо выбрать цель покрупнее. Самая крупная цель, которая инсайд. В пределах видимости.
Пойти. Бум! 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 Еще же косой это такой, а? У меня прицел сбит! Наводчик контужен, разброс увеличивается. Что делать? Прием, база, сука. Я, почему я такой косой? Ладно. Уничтожу вручную. Потому что так дело не пойдет. А так буду разрушать еще лет 100. А через 100 лет я уже состарюсь и, может быть, даже сдохну. Хотя, что я несу? Какой бред? Я не сдохну, я буду live forever. Потому что я Рико Родригес. На все пофигиз. На Сригес. И... Что у меня тут сейчас? Моя хоть рука вернулась? Вернулась. Отлично. А то без руки воевать как-то не камильфо. Так. ПВО, это не, это зырка, это зырка, короче, зырит во все стороны и старается распределить свои умения поровну. Ячейки, сука, свои прокачивает. И думает, она в РПГ играет. А я возьму и сам вот РПГ и, сука, и стрельну ей прямо в жопу. Верт. О! Раз, два, цепляй, соединяй! Оп-оп-оп-оп! Посмотрите, посмотрите, что происходит! И чё, Чё-то. Вы охерели немножко. Давайте еще раз. Оп, вот его закап... Кстати, взрыв. Чёрт, нахер я стрельнул, драгоценные патроны трачу. Вот что за дебил, а? Вот что за дебил, кто стоит передо мной и стреляет. Вообще непорядок. Ой, это я вовремя свалил, правда, не помогло. Так, чё, убивать кого? Слышь, ты вот больно выдумал себе каску, аж надел, я возьму тебя и заверну ее вовнутрь, прямо вот тебе в черепную коробку, и не спрашивай меня, как я могу это сделать. Я, сука, могу. Мой чих может уничтожить вселенную, а ты что можешь? Во, сейчас будет эффект домино. Домино, значит. В Доминиканской республике, где орудует Доминик. Бэм. Вот это епично, как у енота все, все правильно. Потому что чем епичнее еноты, тем еноте епичность. А потому пиздец подкрадется к вам всем незаметно, если вы, конечно, перестанете в меня стрелять. Это меня раздражает, меня бомбит, а вы бомбите меня от того, что бомбит у меня. Сука, ебаный трансформатор. Кола сюда на вас не хватает, чтобы распидорасить всю эту херню. Какие команды, сука? Какой зонтик, сука, о чем ты говоришь? Тут не бывает дождя. Или бывает? Нет, бывает, друг. Тут уже погодные условия, я реализую. Ух ты, ёб твою мать. Это что такое, я пролетел? О, ой, не, дай, дай мне, сука. Я тебя могу зацепить, слышь, ближе подходи. Иди сюда. Парашютик, ебаный, сука, вот как с одуванчиков их сдуешь, они все разлетаются во все стороны, хер поймаешь эту мелкую херобору. Так. Тут истребители летают. Во-во, смотрите, радар и вертолет, и ЗРК. Ясно, что делать. Нужно применить чудеса инженерии. Соединить вот это с этим. Это с этим. Это с этим. А это с этим. И поехали. Бланк. Чё-то говно какое-то. Я думал, сейчас будет нормально так. Гранату. Во. Бум. Что, тебе не хватило, что ли? Я тебе гранату кинул, трансформатор, ёбаный, из чего ты, сука, сделан? Из живой стали, что ли? Неразрушаемый такой. Вот это бомбануло, бомбануло. А еще и вышку уничтожим, просто потому что можем. Игра называется Just Cause, просто потому что. Вот, я прикиньте, вы такие сидите в туалете, вам хорошо. А тут так вот раз, и вас поднимает в небо, сука, и выше царушка. Вышится Рушка, Рашка. Причем тут Рашка вообще? Есть такой герой в Героях 3, Меча и Магии, Рашка. Такой пламенный чувак с пламенным приветом из пламенной Бразилии, нахуй. Так, я сюда не полечу, тут испытание, где нужно летать на этом вингсюте. Костюм крыло, сука, сделал себе крыло. В качестве Икара, он облажался, а, сука, Рико Родригес может. Заткнул Икара за пояс. Просто вот потому что может. Just Cause, все понятно. Смотрите, парашютисты, эквилибристы. Иди сюда. Да цепляйся, ты кусок говна. Не сюда цепляйся. Он обиделся, что я назвал его куском говна. Ну, говна, ну прости, Рико. Ты давно кусок говна, но... Ты должен делать то, что я от тебя хочу. Так что не обижайся, бери в рот свою соску и начинай расстреливать вражеские войска. Так, это я не расстреляю. Что тут еще есть? Тут я слышу вертолет. Или у меня глюки уже.
Или это вертолет, или кто-то Blastbeat играет. Одно из двух. Если кто-то играет, кто-то Blastbeat, я ему поаплодирую и расстреляю его нахуй. Потому что не время и не место. Ну давай, взрывайся. Бэм. Цистерну сломал. Прикиньте, разрушить цистерну. Просто потому что можешь. Приходишь, сука, на бензоколонку. Там такая стоит королева, сука, а ты берешь и взрываешь бензоколонку нахуй. А там написано, не курить, а ты кинул туда сигару, которая как разделоправляемая ракета, сука, летает во все стороны. И ты типа не при делах, это она сама. Да откуда же восток ебаных парашютистов-то развелось, э? Сейчас будет эпично, а если, конечно, получится. О, смотрите, вот как ты низко летаешь, опасно же так летаешь, смотри, может что-то случиться, и ты упадешь. Гравитация внезапно увеличилась, и мы... Я его посадил. Я его хотел сломать, но вместо этого я его посадил, сука, на тебя гранаты взорву. Ему мало, приколитесь, еще граната. Вот ты живучий, короче, слышь? Из чего ты, сука, сделал, что тебе нипочем взрыв гранат... О! Патроны кончились? Да ты охерел? Я чё, вас все весь свой боезапас... Что ли? Они нормально. Так какие пистолеты, слышь? Стрелять! Уходить! Ретироваться! Тактическое отступление! Высь! Лети! Никто не достанет! Кто такой меткий, сука? Ворошиловский стрелок тут среди вас какой-то завелся, попал мне прямо в задницу с расстояния 3000 километров. Это ж как так нужно было изловчить. Мой парашют сломался. Прикиньте, он может вворачиваться внутрь, но он все равно может сломаться. Ну вы охерели просто, блин. Это ж как так нужно было. Летим! Нас не догонят. В небе полночь, хотя на самом деле день. А это что такое здесь? У танк! Прикинь, танк. Сломал. Так вот взять и рукой взорвать целый люк. Люк, я твой отец. Оп! Бам! Бам! Ну, назад! Тяга! Бэм! Я тебе в пропеллер стрельну. Он что, сквозь пропеллер пролетает? Это какая должна быть, сука... что я вообще делаю? Господи боже, посади дебила за танк, он ничего не сможет делать. Все. Чтобы не... И что такое улетело? Это пушка улетела. Фига себе. Оружие. Тут я что-то все сломал уже. Ну правильно, я помню это место. Вот на танке я всех порешаю. Сука, эти все уравнения, интегралы, логарифмы, сука, я в рот их всех ебал. О, смотрите, танковая дуэль. Танк против танка. Назад. Вот, цистерны. Бэм. Бэм. Сломал цистерну. Потому что нехуй ставить цистерны, сука. Как в Mad Max бензин из ниоткуда берете и еще тут хвастаете. Впереди нас ждет неутолимая жажда приключений, потому что Чип и Дейл спешат на помощь. А я им стремлюсь... помешать, ибо нехуй стремиться на помощь тем, кто не хочет сам себе помочь, они этого не достойны. Конечно, надо ему нахуй эту тормозливую машинку. Мне, кстати, дополнение все слетели, потому что я, сука, сносил игру, потому что не хватало места. Я сейчас установил, а дополнение нет, ну и хуй с ними, в принципе, и так весело. Just коз. Тут можно доить коз и кататься на коровах. Что еще, сука, нужно для жизни? Да чё ты прыгай-то? Ты же живучий, и тебе пистолетов не хватает, сука, папку-ёшку тебя в болото, сука, затащить прямо к водяному. Чтоб тебя там отодрали в три щели или больше, смотря сколько у тебя там есть. Нет, больше, определенно. Это две ноздри, два уха, два глаза, рот, анальное отверстие. Можно даже в уретру попробовать запихать, если кто-то очень так изловчится, какой-то колючей проволокой, прикиньте, прямо в уретру. Ух, ядрёненько. Так, тут такие загрузки, но мы можем попробовать покомментировать картинки, собственно.
Вы видите, что этому человеку хана. Сейчас этот ботинок Рика Родригеса впечатается ему в лицо со скоростью в 3000 км в секунду, от чего разорвется ударная волна, разнесет вертолет и еще полквартала в придачу. Там еще внизу видно поезд, который едет, его тоже снесет с рельс, он перевернется и своим присутствием нарушит внутренний баланс вселенной, сука. Взрастет энтропия, и все нам станет пиздец. О! Стой, 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 стой! А, черт, я не могу до него достать. Вы прикиньте, если бы эту херню угнал сейчас. Вот это было бы охеренно. Я бы разлетал на ней, но сломал бы в первую же секунду. Не-не-не, не стрелять. Стрелять только могу я. Брысь. Кто там следующий? На. Кучу патронов тебе прямо в яички. Ибо нехуй. Если, конечно, они у тебя есть. А тут, там, знаешь, по-разному может быть. Оп, нырок. Дайвинг. Оп. Да я, сука, мастер. Как как самурай мастер, только просто мастер. Летаем и выебываемся. По полной. Потому что можем. Или игра называется Just Cause. Потому что... Просто потому что. И где самолет? Сука, да который раз я уже его пускаю, а? Вы меня тут за идиота держите, троллите меня. Во-во-во, ща-ща-ща. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Оп. А чё ты не взлетаешь-то, я? Всё, взлетаю в меня вместо тебя. Ракеты, пулеметы. Взлет. Я сломал очередную цистерну. Порадуйтесь за меня. Оп. Я не знаю, во что я стрелял, но мне кажется, это было круто. Вот самолетами тут управлять нормально, а не то, что этими ебаными мотоциклами, которые ничего не могут сделать. Ой! Как близко было! Тихо, это что, другой самолет? Стой! Пяу! Ха-ха, я его сбил. Вне зоны доступа мы не опознаны, и нам похер, потому что мы не опознаны. Так. Выпрыгивай! Я не знаю, как я остался жив, сука, только с божьей помощью, не иначе. Потому что нормальный человек не может. Сбей вертолет! Нихера ты там разожрался! Сбей вертолет с силовым полем забабахал. Я тебя угоню. Вот ты не сможешь вечно держать поле, я тебя знаю, у тебя там ограниченный запас электроэнергии. За счет не платишь, поэтому, сука, страдаешь потом. Да еб твою мать. Не стреляй в меня, я хороший. Да когда ж тебя пуля сойдет? Давай. Давай, 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 быстрее. Сука. Какой ж ты хитрый. Все, летим. Нет, не так летим. Сука, ебаное управление. Нет, ну теперь не сработает. Ладно, я буду тебя бить твоим же оружием. Ты на вертолете, я на вертолете. Чем вертолет круче? Конечно, твой, но в моих руках мастерство, которое не пробьешь. Если, сука, выпить 10 литров какого-нибудь там ядреного напитка, типа браги, то все равно меня не остановить. Уа! Уклоняемся! Нахуй, плохая идея. Слишком много ЗРК, этих зырок, которые зырят на тебя и днем, и ночью, и не дают тебе ничего спокойно делать, никакого личного пространства. Это по психологии, сука, прогуливали уроки, поэтому не знаю, что нельзя вторгаться в личное пространство какого-то конкретного человека, это грозит, сука, смертью, нахуй. Мгновенно, через повешение, еще при этом четвертовать и на электрический стул посадить то, что осталось. А потом это сжечь, нахуй. Так. Кто тут еще остался-то? Во, смотрите. Богатыри, короче. И где с вами где-то еще тут дядька Черномор задержался. А, вон дядька Черномор, на вертолете летает, ну точняк же. Так, я временно ретируюсь. Чё, командир свалил, что ли? Или его сломали? Чё-то я вообще пропустил этот момент. Летал пидор на вертолете с силовым полем. Вдруг куда-то пропал, сука. То его инопланетяне похитили, то еще какая хуйня, непонятно. Наверное, с ним что-то случилось. Мне, конечно, это не ебёт, но если он появится снова, то я его угандошу. Смотрите, московский снайпер, сука, иди нахер отсюда. Ты сколько жизней, блин? Прикиньте, в человека обойму из автомата выстрелишь, он еще жив, что-то еще перекатывается, тут Рэмбо хуев, иди нахуй отсюда.
тут, как терминатор ебаный. Это я тут терминатор. Модель 146. Кибернетическая плоть на стальном живом... Я не знаю... Короче, из пластилина сделал. Терминатор. А чё, хули, из пластилина плохо, что ли? Можно регенерироваться, да круче, чем ты сейчас своим расплавленным металлом жидким. Пластилиновые терминаторы могут принять любую форму. Как этот, доктор Морф, короче. Там, сука, всякие эти комочки шатались по просторам рабочего стола. И вообще похуй им было на все. Так, очередной, значит, радар. Его охраняет один мудак. Если мудака прикончить, радар можно сломать. Хотя можно и не прикончить. Тут, знаете, опционально. Хочешь прикончить мудака, хочешь нет. Но, сука, я, наверное, его прикончил, меня бесит. Как бы, причина не веская, но она есть. Если кто-то бесит, надо его прикончить. Все правильно, все правильно. Так, ты где? Я тебя повешу, короче, на рее. Вот так. Иди сюда. Вот так вот. Бам-бам-бам-бам, все. Тебя током поразило. Опасное высокое напряжение. Адреналин, нахуй. Летим! Хотя нет, не летим, все правильно. Нужно сломать эту штуку. Бум! Два трансформатора одной гранатой, сука, и двух зайцев одним выстрелом. Кто сказал, что так нельзя? С двумя зайцами погонишься, обоим пиздец. Вот так надо. Потому что нет ничего невозможного. Все границы в нашем воображении. Иха! Иначе как объяснить, что я, сука, внутрь себе парашют засовываю, сука, каждый раз потом он расправляется обратно. Так, что тут у меня еще осталось? У меня осталась только одна последняя ебаная цистерна, где она понятия не имею, но что-то меня очень активно старается убить. Что это такое, я не знаю, но оно мне мешает. И где же, сука, последняя цистерна? Давайте обратимся к великой карте, и вот я вижу. И база Грифон будет уничтожена раз и навсегда. Once and for all! Once and for all! Оп, летим! Вот она! Все. Мне нихуя не дали, потому что я сам сделал так, чтобы ее захватили. Я позволил им ее захватить, чтобы потом отходить обратно. Все потому, что мне скучно. Так вот развлекались только в средние века 21 века. Базу я захватил, представляете? Отхватил. Вернее, я ее захватил, потом заставил захватить их обратно, сказал, сука, если вы не захватите эту базу, я вам... вам что? Я вас в открытый космос, сука, отправлю без скафандров. Ну, Плутон, сука, будете там выживать. В этих ебенях, сука, где даже солнечный свет нормально дойти не может. И все. Они такие, ладно, ок, мы захватим, такие, захватили, я такой пришел, типа, вот, давайте я теперь отхватывать обратно буду. Они такие, че, мы так не договаривались, я такой, пошли нахуй. И отхватил. Чё тут горит, сука? Кого-то бомбануло? Ну правильно, это я тут бомбанул целый полицейский участок. Не все на одно лицо эти полицейские участки. Но тем не менее, мне не мешает это их бомбить. Я хотел сказать, какое мыло, сука, в 2К16, но нет. Сейчас вообще 17, но, блядь, игра сделана в 16-м, поэтому... Вот так. Смотрите, тут процветает, сука, жизнь мирная. Люди занимаются своими делами. А я их пинаю в жопу. Так вот взял, короче. И в лицо ногами, бам! Еще скажу, что ты встанешь после этого. Охереть. Да ему должно было череп вовнутрь вмять. Чтобы переносица вошла прямо в мозг. Ну, сука, нет. Эта игра не настолько жестока. Так, что у нас тут такое? Давайте поимеем эту остановку. Нет. О, тихо, хрустит. Хрустит. Да хрустящие корочки. Давайте еще раз. Да сколько же тебя надо, чтобы пустить? Я понимаю, что тут опоры стоят, но, сука, это же крюк-кошка. Если это крюк-кошка, то я как кошка залезу на дерево, буду мяукать и всех заебывать. Еее! Идем дальше. Блядь. Кто дал мне в руку ракетомет, блядь? Сука. Это такой фейл, это прикиньте, вы перепутали оружие. Хотел, сука, из автомата поставить. Я взял, так, короче, РПГ и выстрелил прямо себе в нос. Так вот, набрать ракету и, сука, в нос себе из РПГ. Вот бы какой-нибудь индивид нашелся, который бы подшутил и сделал это, вместо РПГ такую, короче, резиновую боеголовку, которая попадает в голову, отскакивает в сторону и пищит.
Почему пища, не знаю, просто прикольно. Так. Давайте прикалываться дальше. Тут, смотрите, памятник, монумент был, но его сломали. За что сломали, непонятно. Это какая-то античная культура. Поклоняемся быку, короче. Корове. Cattle decapitation одобряют. Так. Уфига, меня взбросило в воздух. Я как взмыл, сука, как ястреб. Вот это картина масла называется. Я паркуюсь как мудак. Мне показалось, у нее еще... Не понял, а что у нее колеса в разные стороны крутятся, Что тут нахуй случилось? Это вы мне объясните. Я вообще не при делах. Тут, конечно, я умею устраивать такую хуйню, но в этот раз это превосходит все мои ожидания. Почему эти три машины сломаны? Давайте попробуем восстановить хронологию события, короче. Как этот Бэтмен, короче, умеет такое, у него зрение детектива, нахуй. Что могло здесь случиться? Давайте, варианты. Да вы тут охуели все, столбы сносят, сука. А еще потом на меня гонишь, так какой-то неведомый херню. Эй, слышь, все, ты меня задолбал. Давай, я тебя подвешу, сука, будешь на крыше висеть. Пока я не разрешу тебе остаться. Оп. Посыпалась металлическая крошка. Все. Вот и виси там, короче. А потом я устрою тебе теплый прием. Тим? Тим. Да сука! Тебя та же участь постигнет. Иди сюда. Ну ладно. С тем не получилось, с тобой получится. О, спасибо. Как раз ориентироваться буду, где тебе ставить подножку. Так. Оп. Ну, опоздал, ну бывает. Но это все равно не моя работа. Как можно было так припарковаться? Вот вы мне объясните. Давайте, поможем. Правильно припарковать машины. Вот так. Пусть это остров, но... Кого это ебет? Все. Моя совесть чиста. Машины припаркованы правильно. Freedom! Я свободен, как пчела среди меда. Что я несу? Я правда не понимаю, какая пчела среди меда. Почему она свободна, сука, если ей трудиться в поте лица? А, кстати, а пчела умеет потеть, мне интересно. Наверное, умеет. Просто мы этого не знаем, сука. Мы вообще много чего не знаем. Не исследовано 50% океана. А мы тут просторы космоса, сука, покоряем какие-то, слышь? Он сказал, Брико, мне нужна помощь. Я дал ему ногой поебалу. Собственно, все правильно сделал. Ибо я слишком занят хуйней, чтобы кому-то помогать. Или нет? Нет, мы добропорядочные граждане, давайте помогать людям этой солнечной долинки. Что тебе надо, на старче? Я прилетел. Я ударил в грязь лицом, но ты, сука, не серчай, потому что если ты будешь серчать, я тебе сердце засуну прямо вот в пропеллер этого вертолета и распилю его соку и напополам. Сука, как интересно, а? Да вообще не вопрос, женщина, сейчас профессионал займется делом. Лететь 4 километра. Но что, сука, может пойти не так? Летим. Летим. Спокойно летим. Вот даже... Нет. Ой, да идите вы нахуй. Скажу, что сломался. Двигатель заглох. Это ж, сука, скучно, пиздец. Так, надо придумать достойную причину, потому что мы не смогли доставить этот груз. Допустим, я, короче, забыл ключи дома. И нужно было срочно уходить. Я такой раз. Я полетел. А потом такой думаю, блин, а он же не умеет летать, садиться просто так. И вот он сломался, короче. У меня молоко убежало, должен был спешить. Вот так. Такие вот оправдания, придумывают трику, чтобы не тащить вертолет 4 километра. Вот это, сука, знамение. Тут написано стоп по-испански, или я не знаю, на каком это языке. Я, сука, врезался в этот ебаный столб. И он даже не сломался. У нас столько охуения, что может состоять человека, летящего на скорости в 30 км в час. И не дрогнул даже. Памятник этому столбу. Стоять! Да я постреляю. Знаешь, почему нас армии ненавидят? Потому что мы выглядим круче, чем они. У моей семьи была ферма на сети. Уи! Я же сказал, что я хочу пострелять. Жалко, я не могу его же расстрелять. Давайте, гонки! Гонки, иконки! Идар.
Прибавь газу! О! Он уходит! С ним больше не общаемся. Догнать! Простить! Иди сюда! Я тебя. Я буду его догонять! Брум! Давай! Авада кедавра! Да неужели, если это лучшее, что ты сделал за день, то, сука, у тебя пиздец скучная жизнь. Кто сломал дерево? Ты что ли, лесоруб, ебаный, железный дровосек, охуел? Здрасте. Свалите нахуй отсюда. Моя машина. Она всегда была моей. Просто я вам дал время ей пользоваться. Теперь забираю обратно. Как в этой песне было, я забираю то, что мне принадлежит. Это было на английском, я, сука, забыл текст. Бывает. О, мотоциклист! Поджопник ему хороший! Вообще-то она, но пусть будет он, потому что мотоциклисты все на одно лицо. Коровки, коровки. Что делать? Прыгаем! Ёб твою мать, чувак, ты жив? Я честно не ебу, почему машина взорвалась от деревянный забор. О, а вот и мотоциклист. Стой! Стой, я тебя догоню! Твоя взяла, мне не выбрать. Да, моя взяла, конечно. Смотрите, на попе едем. На попе. Сначала на попе, потом на попе. Еее. Мотоцикл тут, конечно, неуправляемый, сука. Невозможно ездить, не врезавшись ни в одну херню. Давайте еще раз на одном колесе и бум! Черт, нет, камни. Белые камни, черные скалы. Или наоборот. Да, кто там будет разбираться уже? Перекрасили их, хуй с ним. Прикиньте, скалы красить. Это как граффити, только еще круче. Просто перекрасить, сука, гору. Из одного цвета в другой. Черт, надо было сбить эту хуйню. Я не знаю, что это такое было. Какой-то крупнорогатый скот, но его нужно было сбить. Я, сука, охуенен. Еще бы сейчас за меня РПГ взорвалось за спиной. А он, нет, смотрите, он цел. Как он цел, вообще ума не приложу, просто он такой летит и приезжает прямо ко мне, издалека, прямо из другой галактики. Приехал, сука, садись нахуй, я и сел, и едем дальше рассекать. По... Да что ты будешь делать, а? Он что, сломался или он еще жив? Скажи, что он еще жив, сука, я не могу жить без него. Нет! Вот он неудержимый, короче, а? Оседлал, короче, во, все. Он дымится, или то у меня пердак от него горит. А хер знает, надо походу разбираться. Так без судмедэкспертизы не разберешь. Чувак, я беру тебе мотоцикл. Ты доволен? He actually is. Еще бы он не был, сука, доволен. Он аж воспылал от радости. Вы видели его счастливое лицо? Он будет неблагодарен по гроб. Летим дальше. Смотрите, какой раритет. Раритетная автомобилька. Давайте летим. И рекорд на низкой высоте, чтобы радары не заподозрили ничего подозрительного. Потому что если они заподозрят что-то подозрительное, то я могу попасть под их подозрение и подозрительно оказаться не в том время, не в том месте. Смотрите, я лечу быстрее автомобилей. Сука, как у меня это получается? Оп. Черт, я хотел эпично врезаться, чтобы было столкновение века. Grand Traffic Destruction, короче. О, машина моей мечты. Едем. Будем. Сука, он какой медленный, я ебал. Вы представляете? Какой же он медленный. Ему даже закись азота не поможет. Вы скажете, это невозможно. А я скажу, что, сука, возможно. Я могу прийти такой же, только с закисью азота. А все почему? Потому что у меня есть личный склад автомобилей, которые нашпигованы различными улучшениями. Охереть, он медленный. Вы прикиньте. Это ж, сука, медленнее, чем улитка, которая ползет по эскалатору в противоположном направлении. У нее и то шансов добраться до места больше, чем у меня. Давайте, короче, его утопим нахуй. Невозможно, потому что так жить. Не получилось. Он взорвался. Катер! Давайте кататься по морю. Ола, амиго!
Сука. Я приду к тебе. Сука, если не захлебнусь, конечно. Выплыви отсюда, Рико. А то есть тебя майонез, сука, сделают, будешь потом горевать. Так, давай. Иди нахуй поплавай. Хорошая погода. А я буду ехать на катере. Я просто хочу, понимаешь, тут не надо мне тут искать какие-то причины, логику, смысла этого всего нет. Смотрите, гонка. У них, правда, лодки покруче будут, но на моей стороне великое мастерство, которое не пропьешь. А ежели так, то я их всех обгоню. Смотрите. А кого не обгоню, того перееду и раскатаю, сука, разорву пополам. Я не знаю, на какой передаче они едут, сколько узлов там развивают. Но я их всех, короче, в узел слежу, в морской, и отправлю на дно рыбок кормить за 100 рублей, сука, в аквариуме. Потому что эти суки, которые поставили аквариум, нихуя не хотят их кормить, сука, стали людей рыбок кормить, охуели совсем уже. Не, я тебя догоню, слышь? Ты не думаешь, что у тебя лодка быстрее? Я хитрый. Я жму на максималку. У меня палец вжался в кнопку с такой силой, что она сейчас продавит с собой ядро земли. Поэтому не шути со мной, сука, я тебя нагоню. Если, конечно, не заебусь. Если я заебусь, это другое дело. Ты не подумай, что я струсил, просто я заебался. Это разные вещи. Смотрите, дистанция сокращается. Это не особо заметно, но она сокращается. Я буду его преследовать до тех пор, пока... Что это? Пусть выглядит как несчастный случай. Ладно, чувак, бывай. Я заебался, собственно, как я и говорил. А вот сделать несчастный случай, это я умею, сука. Главное не навлечь подозрений, потому что иначе все может, сука, пойти не так. Вы еще скажите, что он взорвется, блин, когда врежется. Я ебал. Он раздавил с собой камень и перевернулся вверх дном. Вот это надо было уметь так припарковать, конечно, лодку. Но это же Рико, все правильно. Рико, разведка сообщила, что ли, да похуй на твою разведку, угнать. Во! Вот я докажу тебе свою верность. Женщина, и я смогу. Нельзя привлекать внимание, слышали? Нужно действовать осторожно. Ой! Хорошо, что информатора больше нет, но это должно было быть похоже на несчастный случай. А чё, не похоже? Как в лихих 90-х, чувак взял, короче, и врезался. Зато мне теперь лист не муди. Надо чиксу какую-нибудь подкатить к ней, короче, сказать. Вот, залезай, детка, у меня есть лимузин. Прямо хоть час на свадьбу. Только два кольца приебашить на крышу, и вообще нормально будет. А вот этот медленный грузовик. Фига он, блин, под 200 гонит. Вы видали? Лимузин, блин. Я на таком, сука, в космос улечу. Только так. 211. Сколько он, сука, может? Сколько он может развить? Этот монстр, блин, на колесах. Дорога еще такая охуенная, гладкая. Не то, что нас, блядь, в России. Я в пару вписался, сука, как профи. Я Шумахер нахуй. Я могу и не такое. Ну давай. Еще бы чуть-чуть. Вот смотри, там небоскреб такой возвышается над облаками. Мы едем в центр города, в столицу нахуй. Так, я догоняю Алекс Хоука, прикиньте, если у меня получится. Он проехал 3 минуты 27... Ух, ёб твою мать, нет, у меня не получится. Меня занесло, я не Шумахер, я... Ух, блядь, 3 минуты с половиной, ебануться. Ну ладно, он крут, не спорим. А я выпрыгиваю из машины. Охуеть. Интересно, я же у тебя, сука, полицейские будни. Лети. Я хочу забраться на крышу небоскреба и скинуть оттуда кого-нибудь, например, себя. Слышите? Сверчки. Еще не ночь, сука, придержите свой пыл. И коней. Прикиньте, сверчки, которые держат коней на месте и не дают им сдвинуться с места. Это же какие, сука, должны быть сильные сверчки.
Вот так вот лететь опасно. Если врежется, можно своим лицом разукрасить асфальт. Сука, он распластается, твое лицо, на 200 метров, сука. Таким ровным слоем, сука, как... Как это, я не знаю. Короче, сами придумайте, мне впадло. Летим в центр города, в столицу. Правда, тут лаги какие-то, сука. Сколько ж тут юнитов поставили, пиздец. Так лагает-то. Зато можно делать вот так и ускориться. Смотрите, это самое, наверное, высокое здание в городе. Оп. Оп. Охереть. Лампочка мигает. Прикиньте, как тут высоко. Можно упасть и разбиться нахуй. А где все машины? О, машина. Давайте попробуем на нее приземлиться. Прочитаем траекторию. И приземлимся прямо на эту машину. Оп. А! Пидор. Иди сюда. Так. Не получится его зацепить за небоскреб, но зато получится вот так делать. Или нет? Он прицепился, нет? Уехал дальше. Луиджи Пицца. Пока Марио лазит по канализациям, Луиджи, сука, пиццу печет. Тут хорошо устроился. Этот зеленый хер в кепочке. Ну, короче, что-то у меня это, кончились идеи. Что еще делать? Базу мы разнесли, поугарали. Вообще так себе получилось, но... Почти как старые добрые. Вот так. Я, правда, был менее... Этот, не адекватен, я меньше орал, но похуй, ладно. В общем, вот так. Это был смешной геймплей Just Cause 3, Tesla 46. Спасибо за просмотр и... До свидания.